Так, в предыдущем видео мы учились набирать петли и вязать лицевые. Также мы набрали петли, как и в первом видео, но только уже сняли одну спицу и учимся вязать изнаночные. Снимаем одну петлю, как и всегда, и изнаночные. Сюда заводим нитку. Так, захватываем. И провязываем. Снимаем. Ну, затянули немножечко. Еще раз. Так. Захватываем. Провязываем. Снимаем. Затянули. Такие бугорки получаются. Бугорки — это изнаночные петли. Затянули. Так, провязываем, сняли, затянули. Вперед. Провязали, сняли. Научились. И последнюю. Ну, всегда провязываем изнаночной, чтобы было красиво потом. Ну, такие бугорки, как и в первом видео. Только, когда мы переворачиваем, всегда это называется второй образец, будем вязать гладью. Здесь у нас гладь получается, а здесь бугорки. Переворачиваем. Снимаем. И теперь вяжем лицевые петли. Лицевые мы уже умеем вязать. Ну, повторим. А зачем лицевые? Чтобы была гладь, чтобы получилось красиво гладью. Второй образец, он всегда именно такой. А. Чтобы четко было видно, где лицевые, а где изнаночные. У нас получаются лицевые косички. Лицевые — это косички. Изнаночной мы ее провяжем. Последняя петля. Гладь. Гладь. Бугорки. Это изнанка. Это лицо. Вот почему они лицевые. А здесь изнаночные. Переворачиваем. Где изнаночные? Мы опять вяжем изнаночные. Очень красивые кофточки получаются. Очень шарфы красивые получаются. Изнаночные. Так, так, захватываем, провязываем, снимаем и затягиваем. Бугорки, гладь, лицевые. То есть получается один ряд лицевые, один изнаночный. Да. Один лицевые, один изнаночный. Так чередуем. Да. Чередуем. Где лицевые, там вяжем лицевые. Где изнаночные, там вяжем изнаночные. Последнюю изнаночную не убивайте, чтобы было красиво, чтобы здесь была косичка. Лицевые.